Всем привет, мои дорогие друзья, всем добрый вечер, доброе утро, добрый день, кто когда нас смотрит. У нас уже вечер, мы на чемоданах. Вот сейчас Акан говорит, давай этот чай попьем. Я говорю, давай. Все, мы тут уже собрались, скоро мы поедем на автовокзал. Ой, так, в прошлом видео я вам говорила, нет, что у нас рейс поменяли. А кажется, сказала, да. Кажется, сказал, на час мы хотели, а вот на 9. Так что, милый, во сколько? 8:30 поедем, да? Из дома. А? Да. Из дома мы 8:30 выйдем на машине, машину там оставим. Наверное, возле родительского дома. И все, и поедем мы в Стамбул. Будете меня, дорогие мои друзья, провожать. Ой, сегодня такой у меня бешеный день был, да. Вы знаете, абсолютно ничего не успевала. И это надо, все надо, да. Господи, слава Богу, Кеша. А, я про Кешу не сказала же, вчера так с вами завершила. Короче, про Кешу. Вчера ветеринар отчитывались последний раз, она посмотрела, все с Иннокентием хорошо, но лечение надо закончить. Так что Кеша будет у нас еще лечиться. Акан приедет и будет ему давать лекарства. Слава Богу, Кеша ест сам. Все. Девчонки, миновала красота. Наши старания не прошли зря. Да, ну и Иннокентий тоже молодец. Сейчас ему лекарства вообще нет. Он весь крутится, даже кричит, не дается уже. Вот что значит силенки у него появились. Так что, дорогие мои, кому было интересно, кто переживал за Кешу, с Кешей, слава Богу, все хорошо. Ну, можно сказать, выздоровел. Но лечение надо закончить. Вот так. Что еще у меня на сегодня? Короче, я купила новый чемодан, девчонки. Да. Красный. Средний. Вот этот зеленый чемодан, который вот вы видели, да. Вы знаете, он большой. Туда можно... Туда влезло бы еще 20 кг. Я так посмотрела, там у меня все мои гостинцы будут болтыхаться. Там же никто не разбирает. Берет твой чемодан, да бросает, да, туда, где это, да. Я представляю, что у меня там будет, да, я... Ну, вот вы купили большой. Когда я сюда приезжала, раньше было 30 кг. Вот. Короче, я пошла сюда. Вас 101 сегодня сбегала. Один единственный был средний. Остальные все большие были. Вот такие же огромные. Ну ладно, огромный чемодан нам тоже пригодится. Я вам потом покажу все. Все, вот я все перекладывала, девчонки, все заново уже под этот чемодан. Все что-то где-то не то, все скотчи опять разрывала, разрезала. Ой, очень много времени у меня на это ушло, да. Ну ладно, все собрала, сумку собрала, все собрала, девчонки, мальчишки тоже. Всех накормила, всем надавала, и попугаем много корма, и Лири там тоже насыпала везде, и грудку сейчас вон дала, она еще не ест, видимо, наелась, потом она доест, так что один день будет все нормально. Мы сейчас уедем, они будут все спать, что птицы, что Лира, все, а завтра уж один день, ничего страшного не будет, так... Что я хотела-то сказать. И все вроде бы, дорогие мои. Потом вместе мы с вами поедем на автобусе. Я буду снимать вам немножко. Давно уже не ездила на автобусе. Тоже там остановки бывают посреди ночи. Там в туалет или еще куда-нибудь. Какие-то там города. Вот я буду вам показывать. Вот вышли. Ой, там тоже так этот. Я сегодня спала 2 часа всего. Ничего, Акан говорит, в автобусе поспишь. Хочешь, не хочешь, там укачивает. Ну, я в автобусе, как сказать, ну, давно не ездила, конечно, вот на такие дальние расстояния. Но мы ездим обычно по ночам, билеты покупаем, чтобы это... Знаете, то спишь, то не спишь, там ноги не вытянешь, просто вот как-то вот мне не очень удобно. Так, ну ладно, дорогие мои, вместе поедем по Стамбулу погуляем, как приедем. В этом видео я вам все понемножку буду показывать. Сейчас давайте я вам покажу свой новый чемодан. Вот мой багаж.
Ну, это мы тут, знаете, с собой взяли кое-что там перекусить и все такое. Зубную щетку, зубную пасту на всякий случай. Это все равно будем спать. Завтра целый день будем гулять. Вот такой чемодан и сумка. Здесь у меня, вот, знаете, тютелька в тютельку, девчонки. Вот 20 килограмм, здесь даже у меня на весах 20 килограмм 80 грамм. Надеюсь, 80, на 80 грамм претензий не будет. И здесь около 8, ровно 8 нету, около 8. Тютелька, тютельку, я прям так, знаете, хоп, прям сложил его и так за этот, застегнула. Так что болтыхаться ничего не будет, вот. Про ленточки забыла. Вот то, что нашла, чтобы не спутать. Вот, вот такую ленточку. А это уже Акан сейчас говорит, ну это в автобусе тоже же в багаж сдавать. А он еще такой, я говорю, а если у кого-то тоже такая же сумка будет, и мы же не поймем. Вот розовую привязали, чтобы знали, что это наш багаж. Вот такой миниатюрный, нормальный, средний этот. Вот у меня вот такой этот ремень. Я этот как-то здесь в магазине увидела, купила, думаю, вдруг пригодится. Ну вот, ой, я нажала на это. Вот, пригодится. Ну ладно, я сейчас это застегну. Если что, там пленка обверню. И все, на всякий пожарный. Вот, дорогие мои, мой багаж. Я держу, давай. Опа. Опа. Все. Мы пошли. Время 8. Начало 9. Вон уже какая темнота. Ой, у кого-то еще праздник. Вон барабаны бьют. Машину оставили возле родительского дома. Я говорю, вези. Нет. Торопится. Родители тоже сейчас придут провожать нас. А Кан говорит, не надо, они уже наготове. Не надо, говорит. Ладно, здесь автовокзал рядом. Милый, кати потихоньку. Время есть еще, кати. Вот тяжелый тащит. Вот за этой стеной там уже это автовокзал. На автовокзал пришли уже, все. Акан пошел спрашивать насчет билетов. Как, что? Не поменяли ли еще что-нибудь? Ну, звонка не было. Народу тоже мало. Это, наверное, вот эти все люди ждут, наверное, автобус. Сейчас вон Акан идет. Спросим. Что, милый? Все нормально. Нормально? А? Нормально, спроси. Ладно. Всем привет. Всем привет. Всем добрый вечер, дорогие друзья. Подождем автобус. Да. Наш автобус подъехал. Мы с мамой отходили как раз. Вот тут мама, папа. А Кан у меня там багаж сдает. Сейчас чемодан и это. Вот мама с папой. Папа улыбается. Папа у нас не стесняется, он без комплексов, красавчик. Баба. А? Не, а не. А, йок, йок, джуздан и чинде. Мама говорит, сумка такая сзади, это деньги. У меня кошелек внутри. А не безим деген ми автобус? Безим? Я спросила. Мама, это наш автобус? Наш, вот. Все там что-то. Папа. Вот так, там багажное отделение. Большое очень. Туда вот свой багаж дают. И мы потом наверх пойдем. Наши места. Акан сказал, я забыл, у нас места уже поменялись.
сначала 3-4 или 4-5 было такое. Сейчас поменялись. Отсюда я вам покажу. Багажное отделение большое. Я фотографию номера автобуса сделала, потому что мало ли иногда в туалет останавливается где-нибудь. Там столько автобусов, чтобы не затеряться. Где наша остановка? С другой стороны. Мы обошли это с другой стороны. Тоже багажное отделение есть. Вот. Сейчас вот здесь. Ага. Вот, все. Мы в автобусе, он наверх складывает пакет. Родители вот. А вот, все. Все. Все, они нас провожают. Всем привет передавали. А тут 11-12 мест. А ты все, мою сумку примерил уже тоже. Сейчас куда-нибудь повесим. Здесь сейчас разберемся, мы разденемся сейчас. Все, так что, дорогие мои, мы поехали. Тепло здесь, да, милый? Да. Тепло, сейчас мы тоже, я тоже куртку сниму. Все, мы уже отъехали. Все, вон родители. Все. Счастливого нам пути, вот. Все, поехали мы. Ой. Да. Все, дорогие мои, мы поехали в Стамбул. Вы знаете, мы сейчас так смотрим, Акан говорит, это широкий, да. Вот место для ног. Да, это пошире вот так развалиться можно. Это вот тут обеденный стол. Чай, кофе здесь приносит, да? Да. Это напитки, печенье. Че? Ага, меня, да. Че, заигрываешь со мной? Раньше, знаете, девчонки, здесь были такие крючки, да? Ну, мы уже давно, конечно, не это, так она говорит, сейчас другие. И можно было так хоп и сумочку повесить. И было так удобно. Так, крючок хоп повесил вот с этой стороны. А сейчас здесь ничего нету. Может, есть, я просто не вижу. Надо посмотреть. Нету вообще нет, вот так. Здесь был бы крючок, вообще было бы удобно. Ну все. Все, дорогие мои, в путь дорожки. Как говорится, с собой ангела берем. А, нет, как говорят, вперед ангела пускаю, путь дорогу ограждаю. Вот такое все. А остановка когда будет, я вам покажу. Где мы остановились, что за остановка. Сервис пришел, мы сейчас будем... Без сахара. Чай, кофе. А? Без сахара. Без сахара. Печенье возьми там вкусное какое-нибудь. Сейчас Акан там все посмотрит, что там есть. Вот сейчас у нас чай, кофе. Ну, кто что хочет. Соки. Лимонад вон есть. Кока-кола есть при желании. Все, а потом, наверное, нас спать положат, да, милый? А? Да. А потом свет тут выключается. И вот, видите, темнота. Кто спит, кто фильмы смотрит, ну, сюда надо наушники. А у нас наушников нету. Да. Давно не ездили на автобусах. Мы раньше, когда ехали, мы знали, наушники свои брали. А тут мы забыли. Ну, ладно, это не так важно. Насчет печенья я что-то размечталась, видимо, девочки. Вот только кофе. Или чай, ты что? Я говорю, а где печенье? Раньше так, там на выбор. Там у них целая тележка была, да? На выбор, какой хочешь, наберешь тут. А сейчас все, экономия должна быть экономной. А я вам чай, это печенье. Вот, короче, вот это попьем и все. Спать. Да, и спать. У меня сегодня ночь будет, девочки, мальчики, веселые. Сзади меня сидит бабуля. Сейчас Акан посмотрел, я говорю, кто там сзади меня сидит? И, короче, она, бабуля сзади сидит.
и пинает мне в спину. Мы только начали свой путь, а мне уже все в спину. Ночью, представляешь, меня как пинок в спину, милый. Не спать. Шучу, конечно. Ну вот, это, конечно, не очень приятно, когда тебя так в спину такие толчки. Тук-тук-тук-тук. Дай бог, не будет она спать, будет нормально. Ну, дай бог, да. Если храпится сильно. Храпится? Ну, там, если она будет храпить сзади, ей тоже кто-нибудь пнет по спине. Ой, блин, ну ладно, дорогие мои, все, мы сейчас кофе попьем и дальше посмотрим. До следующей остановки. Наша первая остановка. Вот у нас автобус с краю. Город Кастанома, да, милый? Тосия. А? Тосия. Мы, короче, 3 часа в пути. Вот, видите, сколько автобусов. Милый, смотри, там сколько их. Все куда угодно едут. Здесь можно перекусить, сходить в туалет. Да. Вот, да. Давай тут и магазин, наверное, есть. Что-нибудь там посмотрим. Вот. Сколько там еще автобусов. Ой-ой-ой. Покажу я вам. Вот. А? А где твоя кепка? Поставьте. А. Вон там продают. Ну давай, зайдем. Здесь туалет внутри. Вон всяких 80 пешмание. Еще кто миска с пешма? Это все пешмание. Вот. 135, 130, 80. Вот клюшки. Это что, вафли? А, халва такая. Вот сладости сосательные. Или и еще, а, не знаю, что это такое. Вот такая столовая здесь. Пойдем? Я говорю, пойдем. Угу. Вот здесь кто хочет что-то покупает. Это что такое? Это что такое, милый? Инжир. Инжир джезерия. Инжир. Это такая? Да, 200 лир. 200 лир, вот эта красота. Инжир. Вони? Каштан. Каштаны? Каштан сладости. Сладости, каштан. Тоже 200 лир, да? 260. 260 это. Ну-ка, это что такое в коробке черной? А, это кофейные наборы. 1200. Вот. Это. Что это такое, милый? Это что? Форелем жир крем. Для лица, что ли? Ну-ка. Я тут через камеру не вижу. Короче, рыбий жир крем. Вот и здесь. О, здесь чего только нету. Всякие вот браслеты. 95. Тебе наушник надо? А вот наушники, наверное. Посмотри, милый, можно я туда к бусам? Ты наушники смотри. А вот тут всякие. Вот детские браслеты. Ой, чего только нет. Это все детское, да? Детское, наверное, да. Вот. Колье, серьги. Короче, здесь огромный вот такой магазин. Все. Вот такие браслетики, все. Ой, да и мам, дорогая. Смотри. Брелок. Брелки такие. Ой, они какие все яркие. Смотрите. Ой, какая прелесть, да?
И вон там, ой, чего только нет. Ну ладно, у нас время мало. Еще останешься тут. Так что вот. Гималая соль. Соль. Ну-ка, где? А вот. Всякая разная соль. Вот такая каменная в виде светильников. Пожалуйста. Вот такая соль. Такая соль есть. Мы тогда покупали. Дома еще есть, милый. Как мыло. Вот. Да, да, да. Вот. Это на шею. На шее, наверное, 60 лир. Всякие. Вот тут. Вот, милый, смотри. Лукум. Вот такой лукум. 120 лир. Где 60? А, вон 60 лир. Ой, короче, тут. Здесь тоже вот и лукумы, и такой, и пешманье. Ой, что только нету. И поглазеть охота, да? Вот всякие брелки, игрушки. Ну ладно, все. Пошли, пошли, пошли. Мы все, мы пошли, иначе мы останемся. Вот такой большой магазин. Мы приехали в город Измит. Отстам. А? Какой? Ходжаили. А, Измит или Ходжаили, да? Вот. А вот оно написано. От Стамбула где-то 2-3 часа, да, езды? Где-то вот так, да. Здесь уже люди выходят, кажется. Это автовокзал. Время у нас часы. Сколько времени, милая? 16:15 у нас время. 3 часа. Сколько-то часов? А, 4. 4:27. 3 часа, откуда я взяла. Просто одна остановка еще была. Я эту остановку не снимала. Вот такой автовокзал. Пустой, не пустой, люди. Вот. Автобусы тоже. Это большой город, милый, извините. Большой город. Огни большого города. Еще одна остановка. Люди выходят. Город Кебзи. Время 5 часов 13 минут. Я вам показываю. Немножко подремала. Я вам что хотела показать, девчонки. Видите плакаты? Название там это. Ой, я отсюда не вижу. Слепая там вот. Камиль Коч я вижу. Ну вот всякие названия. Это столько разных фирм автобусов. Разные, разные. С другой стороны то же самое. Я думала, может, что-то другое, а? Повыше, ага. Здесь просто, видите, багажное отделение открыли. Вот, вон сколько разных. Еще, может, там, с этой стороны тоже, но, может быть, там повторяется. Вот, видите, сколько фирм автобусов. Скоро, наверное, мы уже до Стамбула доедем, да? Скоро уже светает, 12 градусов. Мы выехали, было 6 градусов, потом смотрю, 3, 2, да? И вот, и потом также потихонечку поднимается. Никак не можем сдуть эту подушку. Когда надо, она не сдувается. Вот, мы приехали. Вот. Шум большого города, но Стамбул, он огромный, девчонки. Мы в Стамбуле, конечно, остановка такая, еще дальше ехать. Нам просто отсюда ближе. Так, нам надо аэропорт Сабихе Гульче. Я с этого аэропорта вылетаю в Россию. Вот. Наше это время... 5 часов 40 минут утра, вот 6. Сумка у меня, милый, на плече, испугался. Вот. Короче, дорогие мои, мы приехали вот в такую рань. А как сейчас посчитал, 8 часов 40 минут.
Мила, ты... Не надо так, не надо, до конца, я же в сумку ее засуну. Мы никуда не торопимся, вот психует уже Акан. Не сдувается и все вот эта подушка. Сейчас я сама попробую. Это... Милый, ты что хочешь сказать, что до конечной остановки еще полтора часа ехали бы? Ну, Стамбул огромный. Так что, дорогие мои, мы приехали. Дорогие мои, с вами мы будем прощаться. Мы сейчас куда? В аэропорт, что ли, поедем? В аэропорт нам, где-то надо оставить багаж, потому что самолет у меня в 9 вечера только. Да? Сколько часов там болтыкаться по Стамбулу. Вот. Ну, потом мы будем немножко... Не знаю, где мы будем гулять. По возможности я сниму видео. Дорогие мои, всем огромное спасибо, кто провел это время вместе с нами. Я вас всех целую и обнимаю. Всем пока-пока.